Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканалу «Миколаїв», програма «Це вас хвилює», Марина Шкрупська в студії, рада вас вітати. Як завжди по вівторках ми зустрічаємося з освітянами нашої області і останніми вівторками говоримо про вступну кампанію, яка триває, вона у самому розпалі, дещо деяких закладах навчальних завершилася. Сьогодні гість нашої студії Глазичев Юрій Борисович, директор Вищого професійного училища суднобудування міста Миколаєва. Доброго дня. Доброго дня. Я дякую вам, що завітали до нас, тому що, як показали приклади минулих ефірів, представника вишів і навчальних закладів училищ є що розповісти і на чому наголосити під час сьогоднішньої вступної кампанії. Почнемо, як то кажуть, спочатку. Тавтологія, але це так воно і є. Отже, вступна кампанія цього року, чим вона для вас відрізняється, що нового, можливо, щось трішки зміненого або все стандартно, розкажіть нам. В начале 2016 года, согласно закону про децентрализацию, система профтехобразования была отдана на финансирование и на усмотрение местных наших властей. Теперь получается, что существование самих училищ, подготовка рабочих кадров рассматривается на уровне городских и областных советов. В городе Николаеве у нас существует 13 училищ, и уже на протяжении второго года полностью финансирование осуществляется за счет городского бюджета. Хочу сказать, вот, что наши депутаты нашего городского совета, лично мэр, с пониманием относятся к этому вопросу, понимают, что подготовка рабочих кадров сейчас это очень важный и очень острый вопрос. И очень радует, что они нас финансируют, у нас проблема, ну, как бы, по содержанию училищ на сегодняшний день, ну, практически нет. Ну, а если вспомнить, там, когда вас передавали с балансу на баланс, была такая паніка, і це да, дійсно була паніка, паніка. Да. Дуже сильна паніка була і серед працівників училища, і серед студентів, і серед взагалі тих, хто відповідав за цей процес. Тому що я пам'ятаю той час, і з цієї студії не виходили представники училищ, міськвиконкомів, які деякі говорили, ми не зможемо. А взагалі стан працівників училищ на той момент взагалі важко передати словами було. Всі панікували перед цим переходом. На сьогодні можна сказати, що більш ніж вдало відбулося все. Ви задоволені? Значит, всем. Ситуация, это был правильный да, крок. Все было правильно сделано, с пониманием отнеслись, и первый шаг к финансированию училищ, и содержать их на бюджете города, он сделан. Значит, и заработную плату, и стипендию наши учащиеся получают. Коммунальными услугами мы обеспечены. Кроме этого, училище же еще осуществляет и социальную функцию. У нас учатся очень много детей-сирот, и они тоже обеспечены. Теперь необходимо сделать второй шаг для того, чтобы обеспечить материальную базу училища, для того, чтобы мы могли... Ну, понятно, что технический процесс и прогресс движется вперед, и необходимо новые материалы, новое оборудование к новым предприятиям, которые осуществляют технологически сложный процесс. Если город пойдет навстречу и с пониманием, и обеспечит нас материалом, оборудованием, это будет вообще очень и очень хорошо. А так ситуация стабилизировалась. Щодо самой вступной кампании цього року, ваши очікування и те, что зараз? Сейчас вот молодежь выбирает такие технологически сложные профессии, понимая то, что в будущем это им очень пригодится, потому что хочу сказать, что сейчас вот наш, даже судя по нашему Николаевскому региону, бизнес, предприятия уже ощущают существенный голод в квалифицированных работниках. Не секрет, что определенная часть населения нашего выехала за границу, кто в Польшу, кто там в другие страны. И поэтому эта ниша сейчас очень свободна. Вот хочу сказать, что
В июне месяце в системе профтехобразования проходят экзамены выпускные, и как никогда к нам на экзамены, к нам в училище просились работодатели, даже которых мы и не знали, вот, для того, чтобы мы могли направить своих выпускников к ним на дальнейшую работу. Да. А скажите, от, настрой самих абітурієнтів, які до вас приходять, як вони до вас приходять, як змінилося ставлення молоді до робітничих, виробничих професій? Тому що, якщо порахувати так трошечки далі взяти, то якраз те покоління, яке зараз з робітничими професіями працюють за кордоном, то їх половина однолітків стали юристами, економістами, тобто такі професії, які були, як то кажуть, модними, так? Да. Чи змінилася зараз тенденція серед молоді? Да, тенденция изменилась, тем более, что мы сейчас все ждем принятия нового закона нашего про освіту и ждем принятия закона про професійно-технічну освіту. Все прекрасно понимают, что у нас в стране получился, ну, откровенно говоря, перекос в сторону подготовки кадров с высшим образованием. На Украине у нас сейчас порядка 900 высших учебных заведений. 900 высших учебных заведений. А для всех выпускников, понятно, надо что обеспечить? Рабочие места. Подготовка рабочих кадров для нашей промышленности, для нашего судостроения, для авиастроения, для машиностроения. Это все-таки вопрос, связанный с обеспечением национальной безопасности. Кто-то должен строить корабли, кто-то должен строить самолеты, и Украина этим славится. Вот. И поэтому вот молодежь сейчас в основном выбирает такие технические специальности. И надо поднимать вопрос в том, что вот наш город Николаев – это город прославленных корабелов. К сожалению, три завода судостроительных сейчас, ну, находятся не в самом лучшем своем периоде. Хочу сказать, вот такими цифрами апеллировать, что с 2010 года мы не набираем профессию судосборщик. Это основная профессия. Вы не добираете. Я вам скажу, что профессия... Учнів, чи взагалі не набираете? Предприятия не работают. Угу. Это такая профессия, которая требует больших производственных масштабов. Профессия судосборщик – это так, это получение первоначальных навыков, разметка, прихватка, а так, чтобы собирать секции, борта, суда, это надо заводские предприятия, не один так завод. Тобто навіть нема де навчитися. Да, как только скажут, ребята, вот надо нам судосборщики, мы строим корабли. К сожалению, сейчас Николаев только занимается судоремонтом в основном. Угу. Вот. Понимаете, это ведет к потере преемственности поколений. Николаев может потерять те профессиональные кадры, которые были именно судосборщиками, те, которые могли строить Зою Космодемьянскую, авианосцы, они уходят. И им надо учить молодежь. Если предприятие скажет, не нам надо судосборщики, молодежь пойдет. Это нельзя потерять по преемственности поколений. А какие же у вас, давайте тоді зупинимося, какие у вас есть фахи для молоді, якщо судно... Збірників немає. Да. Училище суднобудування, кого вчить на сьогодні? Значить, наше училище було створено в 1953 году для молодого заводу «Океан». Угу. Вот, да, может некоторые сказать, вот училище судостроения, а в Николаеве судостроения нет, хотя это не так. А профессии-то остались производственные, серьезные. Мы готовим электрогазосварщиков, они нужны везде. Электросварщиков на полуавтоматических и автоматических машинах, они нужны везде. Мы единственные в области, которые имеем лицензию на подготовку такой профессии, как крановщик. Угу. По-моему, мы единственные на юге Украины. Вот наш город в крановщик. Ну, кранівники, вони потрібні не тільки на суднобудові. Да, ні, на всіх предприятиях промышленных, везде. Это строительство домов, металлоконструкции, везде. Это профессия, она единственная группа в области, которая выпускает крановщиков. И наши выпускники работают от глиноземного нашего завода до города Киева. Угу. Вот в этом году приезжали люди, которые, у них есть промышленные производственные мощности у нас в Николаеве, но основной офис находится в Киеве.
Они предлагают, вы стартуете учащиеся год-два работаете в Николаеве, потом мы вас приглашаем, лучших берем в Киев. Вот. Потом такая профессия, как электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, он нужен везде. У нас есть, конечно же, еще и повара. Ну, а так как у нас так город Николаев и область это в основном зона отдыха, то профессия повар, бармены требуются везде. Они, везде они требуются, и Очакова, и Рыбаковка, и Коблева, а потом они возвращаются в город, поэтому... А взагалі, після якого класу? Після 9-го у вас? Значит, у нас подготовка осуществляется таким образом. Набор идет на базе 9 классов и после 11 классов. А такая профессия, как сварщики, дети у нас учатся 5 лет. 3 года они получают профессию электрогазосварщик, а потом лучшие остаются, еще учатся 2 года и получают уровень младшего специалиста, организатора сварочного производства. Так как мы очень хорошо сотрудничаем с нашим Национальным университетом кораблестроения имени адмирала Макарова, и согласно законодательству, то наши выпускники этой профессии без ЗНО, без экзаменов, соответственно, до такой ступенчатого образования, без ЗНО поступают в Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова. Я вам скажу, что университет адмирала Макарова хорошо известен и далеко за пределами нашей страны, и в Европе, и вот сейчас они с Китаем наладили отношения, и там преподаватели лекции читают, и китайские студенты в Николаев приезжают. То есть кораблестроение нужно везде, и мы с нашим НКИ сотрудничаем. Ну от на сьогодні ви вже задоволені вступною кампанією? Ви набрали ту кількість учнів, які вам потрібні? Ну, что я вам хочу сказать. Вступительная кампания будет еще продолжаться до конца августа. Угу. Вот. Сварщиков мы уже на сегодняшний день набрали. Крановщики, ну, осталось 5-6 человек, электрики человек 10, и поваров набрали. Есть у нас еще места для электрогазосварщиков, которые на базе 11 классов. Вот. Если есть такие дети, которые, ну, по тем или иным причинам не могли поступить в высшие учебные заведения или выпускники прошлых лет, пожалуйста, ради Бога, пусть приходят. У них перспектива такая, они учатся 10 месяцев. И потом у них, они, мы им можем предоставить место работы на выбор в нашем корабельном районе. Я считаю, что у нас наш корабельный район один из самых таких промышленно развитых, очень много рабочих мест. Они могут потом поступить без опять экзаменов в НКИ. Ну, одна из больных тем – это то, что наши дети уже агитируются на бесплатное обучение и в Польшу. В этом году приезжали и польские учебные заведения, и системы профтехобразования польской, и с высших. То есть нашу молодежь очень туда переманивают. А так рабочие места, лишь бы только дети. А как вы дозволяете, еще их переманивать? Ну, как дозволяем? Неужели можно запретить человеку поехать? Тем более, что у нас направление это какое? Евроинтеграция. Рано или поздно обмен трудовыми ресурсами все равно произойдет. Все равно произойдет. Профорієнтаційна робота, як видається вам в середніх навчальних закладах? Що ви робите для того, щоб все-таки молодь чула про те, що їм потрібна робітнича професія? Ну, во-первых, это с помощью средств массовой информации. Спасибо вам, что вы сегодня меня пригласили. Я понимаю, что это тоже часть профориентационной работы. Хочу сказать, что основную профориентационную работу проводят наши выпускники. Это неотъемлемая часть, в которой очень хорошо отзываются о своем училище, и даже выпускники вот каждый год приводят своих детей. Якщо так с гумором говорити, циганське радіо допомагає.
по-другому, понимаете, лучше, чем реклама своего выпускника, нет. Понятно, что мы сотрудничаем и с высшими учебными заведениями, и с центрами занятости. Вот, и участвуем в различных ярмарках профессий и у себя в районе, и в городе Николаеве проводится профориентационная работа. Есть у нас профориентаторы, которые работают в школах. Вот, ну, а самый лучший имидж – это мнение своих же выпускников, которые смогли устроиться в этой жизни и говорят спасибо родному училищу. Якщо на сьогодні вже є ті, хто замислюється над тим, що робити через рік, куди вступати, що робити, що треба не випустити з уваги, щоб потрапити до вас на навчання? Тобто після якого класу, які документи, які можливо іспити, до чого готуватися тим, хто йде до 9 класу сьогодні, до 11-го? Согласно положению про вступительную кампанию, наборе это стандарт, это прежде всего сделать свой выбор, написать заявление, получить свидетельство об образовании или аттестат и подать документы. Хочу сказать, что вот на две профессии это электрогазосварщик, те, которые учатся у нас 5 лет, крановщик, у нас уже второй год конкурс. Ага. Конкурс по аттестатам, то есть лучшие дети, которые подают заявление, у них достойный балл, есть очень твердые хорошисты со средним баллом 9,5, 8,7, то есть мы делаем конкурс аттестатов и лучших детей принимаем в училище. Я хочу сказать всем детям и их родителям, необходимо для того, чтобы добиться в этой жизни, надо учиться, надо что-то знать и уметь. Сегодняшним днем жить нельзя. Жизнь сейчас очень скоротечна, и необходимо вот, даже тем детям, которые учатся в 8 классе, в 9, их родителям строить планы на будущее. Надо что-то в этой жизни знать и уметь. І хотілося б дізнатися, чим ви, крім того, що говорите про те і показуєте те, що вчите студентів своїх потрібним професіям і навикам навчаєте, чим ви їх дозвілля скрашуєте в училищі? Що, адже діти, вони є діти. 15-16 років – це період спілкування, період знайомств, період вступу в соціум. Тобто в цей період вони хочуть спілкуватися, вони хочуть себе знайти в оточенні. Вони самостверджуються в тому оточенні, в якому знаходяться. Досить цікавий, але водночас складний період. І от як ви коригуєте ці стосунки, що для них влаштовуєте, можливо, якісь заходи, як працюєте в виховному плані, так би мовити? Да, главная задача нашего сейчас учебно-воспитательного процесса – это прежде всего воспитать достойного гражданина нашего общества. Не секрет, что в нашей стране сейчас очень сложная такая ситуация, идут боевые действия на востоке страны, и поэтому необходимо воспитать в духе патриотизма наше молодое поколение, потому что ну, не секрет, то, что они в основном сейчас общаются и интересуются это интернетом, различными играми, общениями, и поэтому надо как бы их немножко оторвать от интернета, от улицы. Процесс у нас воспитательный очень такой широкий, глубокий. У нас работают различные секции, кружки, все это бесплатно. Это прежде всего спортивные секции, 3 спортивных секции. Самые любимые парнями – это футбол, настольный теннис. У нас есть небольшой спортивный зал, это такая атлетическая гимнастика. Плюс у нас еще, мы, кстати, второй год подряд становимся чемпионами нашего города по футболу, наша футбольная команда, второй год подряд. У нас есть еще хореографический кружок, который завоевал гран-при в конце 2016 года.
художественное слово, танцевальный, вокальный. Вот этих детей мы стараемся после учебного времени организовать так, чтобы они могли там же и пообщаться. Кроме того, значит, наши преподаватели еще участвуют в различных наших городских квестах, международных квестах. Хочу сказать, что две наших ученицы получили призы на всеукраинском таком квесте, который организовывала Республика Польша. Что ты знаешь про НАТО? Угу. Вот, они сейчас, может быть, даже должны поехать на финал в саму Польшу. А наши дети участвуют в экологическом проекте, который организовывает морской специализированный порт Никотера. Наверное, все его в городе знают. Наши дети участвуют с помощью морского специализированного порта в такой еще программе, как облагораживание нашего, допустим, района. Нам Никотера дает материалы, металл, электроды, краску, дерево. Наши дети под руководством наших мастеров производственного обучения изготавливают очень красивые скамейки. Кстати, обращаясь к жителям Корабельного района, если вы видели скамеечки красивые с надписью «Никотера», то это делали наши учащиеся согласно социального проекта между нами, морским специализированным портом Никотера и нашей корабельной администрацией. То есть детям приятно и родителям пройти. Ребенок говорит: мама, это я делаю. Это я рубив так. Да, это я делаю. На очень высоком профессиональном уровне делают наши дети эти скамейки. А от можна дізнатися, у вас навчаються діти тільки з обласного центру чи також з області? Согласно закону про освіту і Конституції, кожен має право на образування, то в основному 2/3 дітей – це наші діти міста Ніколаєва. Вот, є діти з ближайших сіл, це… Наш Ингульский район в основном. Ну, есть у нас, конечно же, общежитие, угу, которое дети, да, обеспечивается бесплатным гуртожитком. 24 години працює. Иногда даже на субботу-воскресенье не хотят уезжать домой. Угу. Вы их чергуете там? Да. Є вихователь, напевно, в гуртожитку. И в день, и в ночи. И в день, и в ночи. Так. Повертаючись до вступної кампанії, отже, давайте наголосимо ще раз на тому, до якого часу ви ще приймаєте документи і чекаєте в своїх лавах на нових студентів. Значить, в цьому році вступительна кампанія продовжується до 31 августа. Числа 20 августа повинно состояться засідання областной региональной комиссии по утверждению плана набора на 2017-2018 год. Если будет такая необходимость донабрать еще детей, ну, не только в наше училище, и в другие училища, допустим, города Николаева и области, то думаю, что вступительная кампания продлится до 30 сентября. Угу. Понимаете, такая ситуация, кто-то поступил в высшее учебное заведение, кто-то не поступил, кто-то в колледж не набрал, или просто дети подумали, что... Поэтому им такая будет дана возможность. Потому что мета – охопити навчанням як можна більшу кількість, да, дітей, випускників, щоб, да, вони були при ділі, при справі, щоб вони чомусь навчалися. Да, щоб что-то це... уміли, знали, угу, і могли потім свої навики і вміння превратити, може бути, навіть в смисл всієї своєї житті. Дякую вам за те, що сьогодні були з нами. Я думаю, що досить багато корисної інформації почули ті, хто замислюється чи замислювався над тим, де навчатися, які професії отримувати. Бажаю вам успішного завершення вступної кампанії. Дякую. Я нагадую, що в нас в гостях був Лазачев Юрій Борисович, директор Вищого професійного училища суднобудування міста Миколаєва. Дякую нашим глядачам, що були з нами. Залишайтеся на телеканалі Миколаїв, дізнаєтесь більше.